Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Скульптор Бальтасар Лабо. Испанский художник, анархист, скульптор. Наиболее известен своими композициями, изображающими мать и дитя. Я цитирую Википедию. Родился 22 февраля 1910 года в Испании. В 1939 переехал в Париж, где на его работы оказали влияние Константин Бранкузи и Жан Ар. Работы Лабо выставлялись на Вандомской галерее на Рю де ла Пе вместе с такими знаменитостями, как Анри Матисс, Фернанд Леже, Морис Утрилла и Пабло Пикассо. Сделал иллюстрации к английскому переводу книги Хуана Рама Хименеса. В 1984 году получил национальную премию Испании в области пластических искусств. Умер в 1993 году. Был похоронен в Париже на кладбище Монпарнас. Музей Бальтасара Лабо находится в городе Самора, Испания, недалеко от места его рождения. Вот так вкратце о испанском художнике, анархисте, скульпторе, который был наиболее известен своими композициями, изображающими мать и дитя, Бальтасар Лабо. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.